С Карпусковском начались работы по замене основного участка аварийного канализационного коллектора. Он проходит от поселка до предприятия «Скоропусковский синтез». Износ системы составляет 100%. Работы ведут специалисты водоканала. На объекте побывали депутат Государственной Думы Сергей Пахомов и глава округа Дмитрий Акулов. Проблема, которая уже более 25 лет. Коллектор ни для кого не секрет, аварийный. На том участке, который мы изначально начинаем строительно-монтажные работы, более 200 метров, там 12 прорывов у нас. Поэтому мы начинаем именно с этого места, идем в сторону поселка Скоропусковский. Общая протяженность первого этапа замены коллектора 1,6 километров. Хочется сказать слова благодарности Сергею Александровичу Пахомову за то, что он волевым решением собрал нас всех за столом переговоров вместе с производственниками и наше предприятие. Мы тяжело, но нашли общее понимание. Тогда же на совещании бизнесу было предложено внести посильный вклад в ремонт коммунальной инфраструктуры. Скоропусковский синтез из тех, кто откликнулся на призыв. По техзаданию водоканала компания закупила нужные материалы. Мы вынуждены предпринимать какие-то меры и просить тот же водоканал и тех же административные органы, чтобы этот коллектор был восстановлен и работал хорошо. Потому что если он не работает, то стоки, которые протекают мимо, а не в канализационные трубы, они попадают в любом случае на территорию, обходят территорию нашего предприятия. И видимость складывается такая, что мы что-то сбрасываем на сторону, чего нет. Поэтому мы хотим вместе исправить эту ситуацию, и она все получится. Все должно работать так, как должно быть. За природу. Мы за природу, мы за экологию. Мы, поскольку завод химический, опасный, чтобы не было никаких нареканий в нашу сторону, мы готовы и пользуемся возможностью помочь исправить и району, и водоканалу ситуацию с, скажем, на сегодняшний день несоответствующим требованиям сетями. Это наша задача. Проблемы, которые уже не один год, говоря про Скоропусковский поселок, касаемо канализации и сброса нечистот на рельеф, в ближайшее время должно прекратиться. Уже, можно сказать, сегодня приступят к работе специалисты водоканала для прокладки труб. Такое сотрудничество – хороший пример государственно-частного партнерства. Коллеги из тех предприятий, которые подключены к этой части канализации, оплачивают за свой счет полностью весь материал, работы выполняет водоканал. Это достаточно приличные деньги, больше 1,5 километров новых современных канализационных сетей, колодцы и так далее, так далее. Это позволит нам проблему слива и перелива канализации от предприятий из самого поселка Скоропусковский исключить. Депутат также отметил, что назрела необходимость в строительстве очистных сооружений для северной части города. Работа в этом направлении обозначена в стратегии развития Сергиева Посада. Оксана Перевозникова, Светлана Гирлина, Дмитрий Зайчиков, ТВР-24.